Сейчас, сейчас. О. И поддержим команду какую? О, ес! Это уже круто! И второй период 1-1. Маяк Арсенал. Полуфинал. Второй полуфинал этих команд. 1-1. Эх, болезненно попала шайба. Первую шайбу забросил Александр Соловых в Маяк, а вторую шайбу Виктор Рябов, Арсенал. Второй период. Я за интригу. Я за третью игру. Маяк. По ушам не бить, по голове тоже. Ну и город, вы видите, да, бурлит. Трибуны. Все бурлит. Все ждут. Красивые куртки, да, дутики, но просьба, ребята, здесь пореже, поменьше. Трансляция – это святое. Александр Гвоздовский. Ох, тут пятак, да, все, шайба в игре. Вторая минута второго периода. Людей. Литвинчук Сергей старший, так я понимаю. Дмитрий здесь. Максим, наверное, дома отдыхает уже. Это самый юный Литвинчук. Виталий Лысюк, 76-й. Шагинян Алик. Второй номер «Маяк», 99-й, Миша Мельник, «Арсенал». Давыдюк, пас на Виталия. О, какой длинный пас. Игорь Селчук, Васневский, так, свисток. Селчук, Леля! Где шайба? У вратаря, Фин. Смотрите на табло. 1-1, третья минута второго периода. Слышно, девчат. Оксана поддерживает активно, здорово. Конечно, праздник, когда скандируют трибуны. Только забыли шайбу, шайбу, шайбу. Не слышим мы давно. Даже на футболе было шайбу, шайбу, шайбу. Внимание, Иванек. Передача, Степанек. Опасно было. Счастливый. Опасно, Сергея. Влад говорит, зачем ты поехал? Забивать зачем? Гвоздовский. Сергей, все, бросок, отличный щелчок. Грудь, правда. Чижикова там с конца. Заряжай, Сергей, еще раз требуют трибуны. Маяк вот говорит мне в раздевалке, все поддерживают Арсенал, Орешек, почему? Еще и ты будешь поддерживать? Орешек за интригу, конечно, ребята, но... Тут действительно болельщиков и болельщиц больше за Арсенал. Нейтральный орешек. Стараюсь быть.
Но это что это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Судья рядом, Владимир Сычко. Юность Минск, Беларусь. И Давидюк Владимир. Пятая минута второго периода. Не проходит. Вот видите, чем силен маяк. Вот такие перехваты, обрезки. Вот такой пас. Вот что это за? И Русаков Сергей. А у Сергея уже, ну, точный пас был. Правда, тут Виктор не смог обработать. Но первый пас он должен быть точный. Там-то и ошибиться можно впереди. Вот здесь уже в обороне нельзя. Свисток. Иванок шайбой. Ок, набирает скорость. Хрум. Это коньки хрустят так. Точный пас. Один-один. Ох, Соловых там сражается до конца. Свисток. Тут не сложилось с атакой. Контрвыпад Арсенала. Ряба. Давай! Хорошо! Боже мой! Силен Виктор! Вы это увидели, так? И Виктор Марусяк! Два Виктора опять! Это лишнее, Влад Ильины, говорит с трибун. Ряба, защита, говорит Олег Парченко. ДТП в центре. Давыдюк Васневский. Рикошетик. Сергей, посмотри. Четкий щелчок. Кто же сегодня победит? Арсенал или Маяк? Маяк или Арсенал? Перехват Квасневский. Разворачиваться быстрее. И будет пас. Точный? Нет, не точный. Дмитрий Дорошенко. Виталий Лысюк. Середина второго периода. Уно-уно. Айнц-айнц. Саша. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот хорошо успевает Фейсаренко. Так, Андрей. И внимание. И щелк. Нет, обманное движение. Любит Иванок. Так и щелчок, боже мой. Вот что значит Соловых, Иванок, Степанок. Ну это вообще. Борьба, штанга, слышно было звон, не видно, но слышно. На трибунах, слушайте, человек 76. 70% мужчин. Средний возраст 32 года. Средний рост 1,70 м. Щелчок! Средний вес 75 килограмм. Нива подтягивается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Свисток. Подножка и удаление. Первое удаление в сегодняшней встрече. Так. Сергей Русаков, номер 37, 1,5 минуты. Нечисленное преимущество имеет команда «Арсенал». Черные свитера. Ну и звуковую поддержку от трибун. Горчук. Сотки. Раз они выиграли, важно, да, все было. Но вот дальше до броска дело не дошло. Я не вижу ваши руки, говорит Оксана. Это момент для Арсенала. Гвоздовский, Васневский, Счастливый, Бондарчук. Владеют шайбой долго. Федор Петлюк старается, Виталий Лысюк, все стараются. И шайба выбрасывается, Федор Петлюк здесь. И время тикает, 25 секунд еще преимущество, 25. В зоне шайба. Но как-то так поувереннее Арсенал. Но только-только-только. И Игорь Степанек пошел на объездную. И в полном составе играет Маяк. В полном. В полнейшем составе. На месте Русаков. Ну и свисток. Выбрасывается шайба далеко. Порошенко готов, но не было броска. Заряжен Арсенал, видно. Вся команда до единого сплотились сегодня. Готовы дать бой. Но Маяк не так просто взять. О, как Иваны красиво! Слева направо, справа налево. И шайба в сетке ворот. И гол, 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 гол. С передачи Игоря Иваныка. Шайбу забрасывает. Игорь Степанек, номер 27. Вот это грозное оружие. Степанек, Иваныки, и win the race, modern talking. Победитель гонки. Рахунок становится 2-1. Да, Степанюк, ну, дружески иногда можно. Так, 2-1. Вот во всей красе Маяк, да? Сложная атака такая, и шайба трудовая. Ну, действительно, тяжело было Иванику, и Степанюку Игорю. Ну, кому легко, да, скажется. Два, один, 3 минуты до конца второго периода. А то так просто еще. Виталик без броска. Ну вот, вроде как Арсенал, да, здесь поджимал, поджимал. А тем не менее, видите. Так, поднята рука вверх, отложенный штраф. Давай, давай, Витя, давай! Вратарь убегает. Арсенала. Витя шайбой. Все, перехват, золотая клюшка, ВУСС бренд, это Алекс Шагинян, и удаление. В команде «Маяк» Виктор Марущак. Ну и, пользуясь паузой, конечно, хоккейный клуб «Патриот», будь ласка, приглашает. Занимайтесь спортом, играйте «Ледовый клуб Парк», место Винница. От 0 до 100. Щелчок. Возраст. Пожалуйста, приходите.
в любое удобное время, а тренировки проходят в вечернее время. В общем, тут вам все расскажут. Есть менеджеры, тренера. Игорь Иванов с шайбой. Да, набирает скорость. Ух ты! Так в меньшинстве играет Маяк, еще Иванов набирает скорость. Я не пойму, кто в большинстве играет. 4-5. Арсенал. Вот-вот-вот. Свисток. Офсайд вне игры показывает вот здесь Владимир. Влад Ильиных подсказывает громко один. Громко подсказывает. Подсказывает все. А Влад громко подсказывает. Громче всех. Бросок. И шайба в пасти вратаря. Фин. Фокус, вернись. Интересная игра, как всегда, в НХЛ. Винницкая ночная хоккейная лига, бросок, Виталий Лысюк. Вишенка, Вишенское озеро. Девять, восемь секунд еще. Ну вот, счастливый здесь, Максим. Где поддержка? В полном составе играет Маяк. Челчок! Гол! С передачи Олега Порошенко, номер 75-й. И шайбу забрасывает Валерий Бондарчук, номер 17-й. Гол! Шайба не засчитана. Все понятно. Ну, шайба не зарахована. 45 секунд. А в чем? Ой-ой-ой-ой-ой. Страсти. Олег Сяцюк наконец-то прояснил нам картину. Вратарь-то Финн поймал шайбу, а мы тут разрадовались. Ну, все кричат гол, ну и мы заодно, да? Вратарь на месте был, так что все четко. Сетка зашевелилась. Ого, борцовский прием. Почти аншлаг на трибунах. Маяк брасывание выигрывает. Теряет шайбу. Бросок в лазерной коррекции Зору. Щелчок. И звучит сирена. 2-1, Рахунок. Впереди Маяк, отдохнем.